Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой вот сенсорный планшет. Учись, играй, развивайся. С фиксиками. Здесь у нас находится азбука, как вы уже видите. Кстати, 33 стихотворения, 33 загадки в стихах, 10 скороговорок, чистоговорок, 6 песенок из любимого мультфильма. Вот. Обучающая программа 10 штук. Так выглядит она. С этой стороны. И давайте ее откроем, посмотрим. Так, вот такой самый обыкновенный планшет. Немножечко, кстати, может быть вам... А вот так вот видно, что они чуть-чуть выпуклые. С этой стороны батарейки. По-моему, даже здесь три, наверное, мизинчика, я так думаю. Но потом я, наверное, скорее всего, под роликом в комментариях напишу, какие там. Потому что пока что мы еще не меняли их. Вот, также здесь есть кнопка включения. И, кстати, звук убавлять. Сразу скажу, кнопка включения неудобно находится. Ребенок постоянно вот так держит планшет, и он постоянно его выключает. И потом недоумение, почему он у него не работает. И каждый раз начинается крик, что же случилось, почему не работает. Сразу мама, мама, подойди, мама, мама. То есть, блин, это неудобно. Лучше бы сделали где-нибудь сбоку, вот где-то сверху, я не знаю, но это неудобно. Давайте его включим. А, нет, давайте сначала его посмотрим. Да, посмотрим поближе, вот так я вам сделаю. Здесь, то есть идут циферки, здесь вот громкость, прибавить, убавить. А здесь алфавит, также сразу идет картинка, допустим, а автобус картинка и само слово, ну хоть и маленькое, но оно есть. Так, здесь учим буквы и цифры, кнопочка, учим звуки, учим слова. Найди букву, цифру, найди слово, алфавит в стихах, загадки. Скороговорки, чистоговорки и фиксопелки. Фиксопелки. Я думала, будет написано фиксопесенки, а там фиксопелки. Довольно, кстати, интересная вещь. Ребенок залипает. Он действительно залипает с ней, ему интересно, хотя он начинает тыкать абсолютно везде. Так, давайте нажмем, включим. Давайте с цифрок начнем. 1, 2, 3, 7, 8, 6, 10, 9. То есть, в принципе, вот они работают, да? А, ну просто здесь А, А. Вот несколько раз, да, повторить. Хотя, вот, честно говоря, некоторые не совсем четкие. Какой-то получается не Т, а Э. Э такой, да? Сейчас, может, вот так вам будет погромче. Непонятно, вот честно, вот некоторые. Я немножечко была этим удивлена. С. С, допустим. Так, вот здесь еще... И краткое. То есть просто И краткое. Если мы с ребенком учим алфавит, я ему рассказываю, что это Их, Их. А тут уже по-другому как-то. И краткое. Ну, не знаю, как правильно. З, да? Да. К. Ну, опять вот не совсем четко. Л. Л. Или Д. М. М. Н. Так. Ё. Ну, тут, в принципе... Ща. Ща. А я ще. Как-то ребенку объясняешь проще. Ще. И. Ну, и, да. Хотя кажется, как будто И какая-то. Э. Немножко сложновато, кстати, нажимаются. Э. Все-таки бывают разные планшеты, бывают вот как здесь вот выпуклые, а бывают прям вот как будто они такие сенсорные, то есть не настолько выпуклые. Там все-таки поудобнее. Так, учим буквы и цифры. Давай выучим название букв и цифр. Нажми на кнопку. R. 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 А,
ну то есть смотрите, получается так, то, что можно просто сразу заняться с ребенком, а можно вот через такую. Давай выучим название букв и цифр. Нажми на кнопку. Твердый знак. В. В. Три. Ну, это, в принципе, можно нажимать на кнопку, можно не нажимать, смысла нету. Так, учим звуки. Давай узнаем, как произносятся буквы. Нажми на кнопку. А, ну это по-другому. А, ну так, это вот как раз и как я и объясняла своему ребенку, как мы учили алфавит. То есть С, Ф, К, М, Г. Четыре. Вот тут, кстати, вот четко как-то громко, другой немножко голос. А вот здесь вот как-то немножечко все равно посложнее. Я думаю, вы слышите. Давайте еще раз поближе я вам покажу. Погромче, что было для вас. Это Х было. С. О. То есть вот слышно, блин, ну не так четко. В принципе, могли бы сделать немножечко даже почетче. Вот, ладно, поехали дальше. Учим. Учим слова. Тут уже начинаются просто слова. Телефон. Утюг. Утюг. Ракета. 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 Здесь уже просто чисто слова. Да, нажимаем на букву и тут слово. Так, ладно, учим слова. Найди букву, цифру. Здесь уже будут вопросы. Давай проверим, хорошо ли ты запомнил, как называются буквы и цифры. Найди букву Ча. Ча. Вот тоже, блин, непонятно. Правильно. А, ша. Найди цифру 10. Здорово. Найди цифру 6. Правильно. Найди букву Т. Нет, нет. Найди букву Т. Ошибочка. Найди букву Т. Вот непонятно, вот правда непонятно. То ли Д, то ли Г. То ли Б? Неправильно. Опять? Другой вопрос. Найди букву С. С. Ну, С. С. Она звучит по-другому. Правильно. Конечно, ее можно найти. Найди букву У. У. Ну, У, да. В принципе, она видна. Где она? Вот. Правильно. Найди букву Ч. Ч. Ну, некоторые буквы, видите, вы, в принципе, сами видите, они не очень понятны. То есть сказано не очень понятно, и даже сама, зная алфавит наизусть, это довольно сложно. Так, букву, цифру, найди слово. Давай проверим, хорошо ли ты запомнил слова. Где пульт? Пульт. Ну, тут уже, конечно, интересно, ребенок должен подумать, пульт, на какую же букву он начинается. Он думает на букву П. Где пульт? Здесь у нас пила, пульт вроде. А, вот пульт, мягкий знак. Правильно. Где холодильник? Холодильник. На какую букву у нас начинается? На Х. Правильно. Где лампа? Лампа. На какую букву? На Э. Правильно. Где якорь? Правильно. Где чайник? Чайник. То есть, блин, опять непонятно. Я, честно говоря, услышала тайник. Тайник, но, скорее всего, чайник. Здорово! Ну? Где будильник? Будильник. Б. Правильно. Где автобус? Ну и, короче, вот так вот все идет. Автобус и так далее. Так, алфавит в стихах. Здесь, наверное, конечно, скорее всего, стихи. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что где не песня. Автобус? Давай выучим стихотворение. Нажми на кнопку. А, то есть под каждой кнопкой, скорее всего, будет стихотворение. Давайте, наверное, будет про утюг. Утюгу мы гладим сами, помогаем нашей маме. А, ну то есть вот такие вот короткие четверостишья. Утащила пульт кусачка, вот негодная собачка. Мой самокат меня везет, он никогда не устает. Чайник весело шумит, это в нем вода кипит.
что все такие вот маленькие четверостишье стишков. Ну, довольно, кстати, интересно, такие маленькие, но что-то такое прямо это необычное, мне кажется. Нажми на кнопку. Может быть, будет даже сложновато ребенку и запоминать. Но все равно это интересно. Так, это у нас был алфавит в стихах, теперь загадки. Загадки. Для ответа нажми на кнопку со словом. Есть у телевизора окно. Целый мир покажет нам оно. Или чего? Загадки. Нет, нет. Есть у телевизора окно. Целый мир покажет нам оно. Тут, конечно, надо задуматься. И причем вам дается это не так много времени. Вы не будете сидеть тут и целый день это думать. Но я думаю, есть что загадки, они повторяются. Окно. Целый мир покажет нам оно. Честно, не знаю. Давно не отгадывала загадки, я, честно говоря, не знаю. А, экран, может быть. Правильно, точно. Экран. Молотком его забили, носом в стенку вколотили. Правильно, гвоздь. С ней дрова пилить несложно, без нее же невозможно. Правильно, пила. Пьет она красиво, ровно, прямо, не сама. Ну, это я уж не... А, шьет иголку. Правильно, игла. Что среди огня и грома улетает с космодрома? Так, и также у нас скороговорки и чистоговорки. Проверим. Чайник у Дим-Димыча течь принялся. Чайник чинили 4 часа. Хорошая. Кстати, вот это довольно интересно, с буковкой Р. У многих дети не выговаривают ее. Я тоже, честно говоря, в детстве ее не выговаривала. Так, дальше. Ур-ур-ур-ур, фиксики живут без ссор. Рицин пол пропылесосил и не допылесосил. Ур-ур-ур-ур, фиксики живут без ссор. Ри-ри-ри-ри, что у техники внутри? Честно говоря, длинные они такие. Хотелось бы покороче. Ра, чайник у Дим-Димыча течь принялся. Чайник чинили 4 часа. Что-то мало. Скороговорки, чисто говоря. Уже второй раз повторяюсь. Мне кажется, их 3 или 4 штуки всего было. Сын пол пропылесосил и не допылесосил. Вот вторая. Чайник у Дим-Димыча течь принялся. Чайник чинили 4 часа. Третье. Сын пол пропылесосил и не допылесосил. Это была уже. Вроде пропылесосил. Ра-ра-ра-ра. Нолик меньше комара. Ар-ар-ар-ар. Вверх летит воздушный шар. Ру-ру-ру-ру. Все игрушки уберу. Ур-ур-ур-ур. Не бери утюг за шнур. Четвертое. Должно быть их 10 штук, но, по-моему, мне кажется, что их все-таки не 10. Выговорка, чистоговоркс. Так, ну давай. Чайник у Дим-Димыча течь принялся. Опять чайник чинили 4. Сын пол пропылесосил. Ра-ра-ра. Ур-ур-ур. Чайник у Дим-Димыча течь. Ур-ур-ур. Ра-ра. Сын пол пропылесосил. Чайник у Дим-Димыча. Сын пол пропылесосил. Ра-ра. Нет, их, конечно, не 10 штук, а, как, допустим, сказано здесь, скороговорок и чистоговорок 10 штук.
Их всего 4-5 от силы. Не знаю, 10-10 нету. Это, честно говоря, немного обидно. Так, здесь у нас 6 песенок. Песенки, наверное, не буду я показывать, потому что YouTube не пришлет на них страйк, и мне как бы это не надо. Другие песенки. Вот. Ну, я думаю, что вы знаете, что 6 песенок. Какие у них там есть. Ну, короче, знаете, ладно. А, также написано 33 загадки, 33 стихотворения. Я думаю, да, действительно, они есть. Как раз стихотворения и загадки на все буквы. Это интересно. Это, я думаю, тут не должно быть ошибочек. Вот. Короче, вот такой у нас с вами был интересный обзор. Давайте попробуем. Звук прибавляется. Звук убавляется. Но не совсем тихо не становится. И, честно говоря, у всех планшетов одна из единственная беда. То есть, когда ребенок с ним сидит на одеяле, его кладет, то весь звук улетает, к сожалению, вот сюда вот. Все уходит в одеяло, и это становится очень-очень-очень тихо. Вот, приходится ему держать, как-то его поворачивать. Не знаю, сделали бы лучше этот звук где-нибудь вот здесь вот. Чтобы вот сразу же ребенок занимается и отсюда его слышит. Было бы гораздо-гораздо прям круто. Да, было бы круто. Ну и видно, кстати, по нему он похож на планшет. Тут даже сделали батарейку, которая немножечко уже подсела. Не знаю, что это, упущенный звонок, что ли, время 12. Сообщение пришло и сеть. Ну, похож прям такой на планшет, развивающий. В принципе, с ребенком можно заниматься. И также, конечно, ребенок может у вас заниматься сам. То есть вы ему дали планшет, и за это время можете пойти что-то там приготовить, какими-то своими делами заняться. А ребенок какое-то время с ним посидит. То есть это интересно. Я думаю, что такой планшет завлечет каждого ребенка. И я думаю, здесь возраст... А, плюс 3. Вот, да, здесь плюс 3. То есть от 3 и больше. Классная вещь на самом деле. Вот, если я нам подарили это сыну на день рождения, если я смогу на него найти в том магазине, где его купили, я оставлю ссылочку в описании или в комментариях под роликом. Ну, где-нибудь я ее в любом случае, наверное, оставлю. Постараюсь найти. Вот, на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также смотрите обзоры на продукты. У меня очень-очень много обзоров. Обзоры на технику, на вот такие вот всякие игрушечки, конечно же, обзоры. Также у меня есть плейлист фонов. Короче, фоны. Очень хорошего качества, очень красивые. Я думаю, что они вам понравятся, с приятной музычкой. Короче, классненькие. Также живопись на моем канале. Ну, короче, там куча просто всего интересного. Я думаю, что вы для себя обязательно что-нибудь интересное найдете. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой ролик, который, кстати, уже выйдет завтра. У меня ролики выходят каждый день, на обзоры через день, на влоги каждый день. Вот. Также пишите комментарии, понравился ли вам такой обзор, купили ли бы вы своему ребенку такой планшет, у кого такой же, может быть, напишите свой отзыв, да, обязательно, кстати, именно в YouTube. Вот. Так, ставьте лайки. Лайки. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.